Казахстанские суды продолжают прикрывать дискриминацию заключенных, запрещенную Организацией Объединенных Наций. В Алматы прошло кассационное рассмотрение заявления гражданского активиста Андрея Цуканова против прокуратуры города. Андрей подал иск после недельного заключения за яичную атаку на министра социальной защиты Серика Абденова, который за свои невнятные объяснения получил прозвище «Потому что». Позор вам! Вы проводите антинародные реформы. Суть в том, что прокуратура отказывается уравнивать права административных арестованных с уголовными. Как это ни парадоксально, прав у первых в Казахстане намного меньше. Дискриминация налицо. На очередном суде адвокат Цуканова снова повторила доводы против существующего несправедливого порядка вещей. Представитель же ответчика, заместитель городского прокурора Андербаев, упорно настаивал на необоснованности требований истца, цепляясь за бюрократические закорючки. Судьи активно подыгрывали ему. Одна из них спросила, может ли вообще прокуратура инициировать изменения законодательства. Пришлось адвокату истца зачитывать судье статьи законов. Пожалуйста, тут черно по белу написано. В случае выявления правового акта, применение которых влечет существенный вред правам и свободам человека и гражданина, законным интересам государства, в обязательном порядке указывает в протесте на его приостановление даже. Впрочем, цитаты из статей законов действия не возымели. Вердикт был предсказуем. Истцу отказать. Решение Государственного района суда города Алматы от 18 декабря 2013 года и постановление апелляционного судебного коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда от 31 января 2014 года по данному гражданскому делу оставить без изменения кассационную жалобу представителя истца Катарча без удовлетворения. До свидания. Добиться справедливости можно только на уровне международного права, уверена адвокат Цуканова Светлана Которча. Но для этого, по правилам, надо исчерпать национальные возможности. Система у нас с каждым годом все хуже и хуже становится. Ее менять нужно, это вот знаете, выкопать ее и похоронить. Но никто это делать не будет. Впрочем, дежурное «отказать» Андрея Цуканова в поисках истины не остановит. Журналист намерен судиться дальше.